В моем канале разбор анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в последней серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели, кто вам нравился больше всего. И в этой серии у нас ожидает два свидания. И это ужасно, что выбросили Лешу. У нас осталось два друга-акробата. Я понимаю, что мужчины любят владеть одной женщиной, но не настолько же, что Ксения оставляет двух этих друзей. У нас будет свидание на канате, ну, громко сказано, на канате, под куполом цирка. Вот такое акробатическое, селлер там, он продолжает линию танцев. И у нас будет с рыбаком свидание экстремальное. Вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего, за кого вы болеете. И очень прошу вас помочь мне реализовать мою мечту, стать режиссером. Мне не хватает на курсы. Сбросьте мне кто сколько может. Номер карточки внизу. Буду благодарна. Спасибо. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.